Марат, игрок команды Дагестана, поздравляю с победой. Спасибо. Очень такая равная, интересная игра была, но чаша весов склонилась в вашу сторону. Немного по игре, скажи, пожалуйста, впечатления свои. Спасибо большое за поздравления. По игре действительно равный соперник, вот, но сегодня мы играли полностью в контроль мяча, мы, можно сказать, всю игру доминировали. Команда Нижний Новгород играла только на контратаках. И при этом было много моментов, много стандартов, тем более погода такая дождливая, где надо быть почаще по воротам. Вот. И в конце, да, имеется в виду, наверное, Всевышний нам помог, видел наши старания. Вот. И мы забили и одержали победу. Так что и Нижнему городу большое спасибо за игру, и нашим ребятам большое спасибо за игру. В принципе, да, видно было, что по игре мы чуть-чуть лучше готовы физически, хотя было сложно. Вот это все, наверное, то, что мы в пост не сидели, а тренировались. Так что тренировки дали, дали свои плоды. Да? Да. Так что все равно это победа от Всевышнего. Да. Как ты сам сказал, вы играли в контроль мяча, да? Да. Но сегодня такой газон скользкий. Да. И мяч тоже видно было скользкий. Тяжело было обрабатывать мяч, контролировать? Да, конечно, сложно. Первые там 5-10 минут ты все равно втягиваешься, смотришь в поле, контролируешь скорость передач. Вот. Ну, конечно, было сложно. Было сложно, тем более вы сами видите, футбол специфический, на одной ноге надо и на костылях удержаться, и обработать мяч. Ну, я думаю, мы справились. Мы были сегодня чуть-чуть сильнее, и также счет на табло вот 1-0 показывает это. Кульминацией этой красивой игры стал твой очень красивый гол. Да, я надеюсь, запечатлели. Да, запечатлел. Я поздравляю тебя с голом. Ага, ты спасибо. Как, когда разыгрывал, чувство, что залетит было, или с надеждой, что... Нет, когда я бью, конечно, чувство всегда, что я забью гол, или там, допустим, если я бью издалека, что наши кто-то из игроков направит этот мяч, подставит ногу или какой-то автогол. Я же говорю, по этой погоде надо бить и бить, потому что поле скользкое и вратарю тяжело. А здесь, получается, я услышал, что осталось 15 секунд, мы дали на нашего Алишку, он наш столб в команде, то есть его задача принять. И под него подбежал. Он мне накатил, я долго не думаю, видел, что Макс чуть-чуть вышел. Ну, Макс вратарь Нижнего Новгорода, да? И просто побил. Но здесь тоже не без везения. Я не говорю, я не скидываю свои заслуги, так как я эти удары отрабатываю. Но все равно, я же говорю, это везение. Игра и гол были очень красивыми. Мы дальше будем следить. Спасибо большое тебе. Все большое спасибо вам. Спасибо за поддержку. Вот, с победой. Еще раз Дагестан.